Наверное, уже практически все брещане заметили, что на проспекте Машерова не работает целый ряд остановочных пунктов, из-за чего возникает неудобство. Тем не менее, это вынужденная мера, чтобы заезд общественного транспорта стал более комфортным. Само дорожное покрытие укладывается по новой для Бреста технологии, благодаря которой оно прослужит очень долго. Сама технология подразумевает уплотнение, замена основания, уплотнение этого основания. Дальше устраивается железобетонная подушка, точнее железобетонная плита устраивается с двойным армированием. И потом на песко-цементную смесь укладывается гранитная плитка. В принципе, в городе уже много остановок сделано по такой технологии, только за тем исключением, что вложена бетонная плитка. Но бетонная плитка, она не так долговечна и все-таки подвергается, соль на нее действует очень сильно. Плюс ко всему идут, и трескается, ломается бетонная плитка. Не выдерживает она таких нагрузок. На один остановочный пункт отводятся 2 недели работы, то есть ремонт 6 растянется примерно на месяц. Уже практически заменено асфальтобетонное полотно на плиточное на остановке МОПРа. И сегодня начались работы у ЦУМа. В связи с тем, что по проспекту Машерова невозможно перенести остановки, то движение автобуса, то есть городского транспорта, на этих остановках прекращено. И уже посадка пассажиров осуществляется на соседних остановках. Это связано, на каждую остановку мы примерно отводим 2 недели. В первую очередь это связано с тем, что необходимо набрать крепость, бетонная подушка, которая заливается. Ремонт некоторых остановочных пунктов создает определенный дискомфорт гражданам. Тем не менее, многие относятся к этому с пониманием. Так поремонтируют, что там страшного? Просто многие жалуются, что приходится ехать на одну остановку дальше. Ой, боже мой, это же временно, у нас тут все очень удобно. Ничего подобного, на мгновение там, это ерунда. Это для того, чтобы улучшить остановку, чтобы было более комфортно заезжать автобусом и нам садиться. Поэтому надо потерпеть. Все будет хорошо. Подобное покрытие на остановочных пунктах постепенно появится во всем городе. Проспект Машерова, как одна из главных артерий города, больше всего нуждалась в модернизации остановочных пунктов из-за большого потока машин. О том, как относятся к подобным новшествам водители, смотрите в расширенном сюжете в субботу в 19:30.